Здравствуйте, господа. Представляю вам Дмитрия. Он занимается ремонтом лифов в основном. То есть это его любимая машина. Кто захочет обратиться в Харькове по поводу ремонта, координаты его будут под видео. К нему приехала машинка с дополнительной батареей в багажнике. Вот я сейчас даю слово Дмитрию, он расскажет, что произошло. Произошло следующее. Автомобиль Nissan Leaf, вторая батарея была установлена от Chevrolet Volt первого поколения, но батарея стояла без балансира. За счет этого начался очень большой разбег в напряжении по ячейкам. Одни ячейки были высажены 0 вольт, вторые перезаряжены, соответственно, 4,5 вольта. У человека резко снизился пробег на одном заряде. Раньше он проезжал 120 км в час, сейчас максимум 50, как вроде второй батареи и абсолютно нету. Вот. С этой проблемой он по факту и обратился к нам. Да, мы сейчас покажем, что собой представляет батарея, вот как выглядит напряжение на ячейках. При такой батарее очень удивительно, что вообще не произошел пожар, который случается, ну вы видели, наверное, в новостях. Там лиф сгорел, там сгорел. Когда на одной ячейке 4,5 вольта, на ютубе очень много видео, что происходит при этом с ячейкой. То есть она раздувается, она начинает дыметь, ну и воспламеняется. То есть этот человек, он родился на самом деле в рубашке, который ездил на такой батарее. Если бы там стояли балансиры, они хотя бы выравнивали поверху. Да, можно было часть ячеек угробить во время полного разряда. Но, по крайней мере, они были бы все более-менее равномерно заряжены. То есть не было бы такого, что на одной ячейке 0 вольт, на другой 3,5, а на третьей там 4,5 вольта. Вы сейчас увидите это все и делаете выводы. Не обращайтесь к тем горе-мастерам, которые вам за полдня или за день делают дополнительную батарею. При этом абсолютно не ставя балансиров, не ставя БМС. И даже если вот эта батарея Chevrolet Volt, да? Да, это первое поколение. Да, это батарея с Chevrolet Volt первого поколения. Иногда ставят эту батарею и говорят, что там БМС есть. А то, что она, например, стоит и ничего при этом не делает, ну, все считают, что если стоит вот эта штучка, то она должна что-то делать. Она не работает, это БМС, без центрального модуля. Ну, в случае Chevrolet Volt это центральный процессор, который обрабатывает всю информацию и разрешает там ехать или не ехать, заряжаться, не заряжаться. В общем, делайте выводы и не обращайтесь к вот тем, кто вам обещает сделать дешево, быстро и сердито. Думайте, как говорит наш президент. Так. А ну давай смотрим, что тут у вас. Получается. Ноль. Тоже ноль. 3,62. 3,62. Дальше. 3,61. 3,62, 3,61, 3,62, 3,62, 3,62, 3,62, 3,62. Ну тут более-менее одинаково. Угу. О, 0,81. 0,79. 0,79. Ну ты говори. 0,79 0,76 0,34 2,58 3,60. Ну после этой уже более нормальные пошли. 3,43. Это вот эти вот два блока по 2 киловатта умерли. А тут
сейчас вылить по 4,5 вольта. Ячейки. Так. Тут у нас, ну, вот с первых, например, 3,42. 4,50. Да. То есть удивительно, как эта ячейка вот выглядит более-менее нормально. Хотя, а вот да не, с той стороны. Нет, она визуально, ну, чуть-чуть поддута вот с этой стороны. Но там, где в нолях, она вообще, он ее раздула, саму ячейку. Ну вот эта вот секция в основном вся по 4,5 вольта. То есть они поставили автомат, я так понял, DC-шку? Автомат, да, напополам разрывает батарею. А DC-шка, ну, автомат или обычный? Обычный, по-моему. А, СИ-100. А ну давай, я тебе еще померяем дальше. Угу. Ну, выборочка, в принципе. Вот 4,49, 4,49, 4,49, 4,48, 4,49, ну вот это вот 4,36. Ивану все, наверное, все, да? Ну да, вот это вот перезаряженная получилась, а тот блок в нолях практически. 4,49, 4,46, 4,49, 4,49, 4,49. Наверное, весь блок такой, да? 4,49, ну, он сейчас это... Ну, давай выборочно там. 4,47. Ага. Так, ну вот это у нас 4,49. Ага, вот я уже. 4,49. Ну, в общем, почти все 4,49. Ну, 3,36. Ага. То есть вообще... Разброс такой. Да. Ну все, 4,49. Ну, 4,08, да, это вот бывает такое, проскакивает. А так в основном вот эта вся секция 4,49 идет. В общем, убили аккумулятор, горе мастера. Ну, да. И вот. Похоже, это тот самый случай, когда говорят, что БМС же здесь стоит. Вот, эти модули БМС оригинальные, они даже были воткнуты, ну это сейчас поснимали разъемчики. Вот одна БМС здесь, вот она. В общем, БМС есть, но ее на самом деле нету.